Отож, друзі, повернулися до вас, але згадую, як завжди, вмію дивувати нас світу музики і інформацією. Ну, а наразі для вас іще порція цікавої інформації про те сфери юриспруденції. Євгеній Бушинський, юрист, адвокат, завітав до нас сьогодні до ефіру. Вітаємо вас, Євгеній. Дякую за Здравствуйте. те, що завітали. Тему ми анонсували. Хотілося б від вас більш чітко почути її, про що сьогодні будемо говорити. Ну, тема нашего разговора сегодня будет это, значит, и раздел имущества супругов. Ну, для начала хотелось бы сказать следующее, что на консультации приходят люди, которых эта тема очень интересует, и клиентов довольно-таки много в данной сфере, и вопросы абсолютно разные. Поэтому я постараюсь сегодня подытожить самые основные аспекты, на что необходимо обратить внимание. Ну, первое, на что хотелось бы остановиться, это что такое в целом брак. Ну, брак, естественно, все это знают, роспись в ЗАГСе и тому подобное. Главное, чтобы без брака. Не, ну, какая разница? Вот. Роспись в ЗАГСе и тому подобное. А вот какая идет процедура развода? Развод осуществляется ЗАГСом при отсутствии детей, а если есть дети, то судом. Также хотелось бы остановиться на том, что если заявление подается в суд во время беременности, либо до достижения ребенка 1 года, то и суд, естественно, не разведет. Не разведет и даст время на примирение согласно 111 статье Семейного кодекса Украины. Вот. Более предметно хотелось бы остановиться на разводе, ой, на разводе, на разделе имущества супругов. О чем здесь можно сказать? Все думают, что вот нажили в браке, допустим, определенное имущество, и оно подлежит делению в равных частях, как трактует законодатель. Но не всегда это так. Если проанализировать статью 57 Семейного кодекса, то личной собственностью супругов и не подлежит делению следующее имущество. То, которое было приобретено ими до брака, это первое. Второе, это то имущество, которое было приобретено за средства, которые были заработаны, опять-таки, до заключения брака одними из супругов. Далее, то имущество, которое было передано, скажем так, в собственность в порядке договора дарения, либо по наследованию было принято. Далее, имущество, которое является индивидуальным, ну, это может быть даже драгоценности, хотя если они куплены на совместные деньги, опять-таки судом при определенных обстоятельствах оно может признаваться собственностью одного из А яким супругов. чином залиться вы з'ясовуєте, наприклад? В дальнейшем остановимся, это немножко рано задавать такие вопросы. Далее. Хочется остановиться на том, что не делятся премии и награды. Хотя есть описка в законе о том, что если один из супругов способствовал их получению, то в судебном порядке можно признать также и на них право собственности. То есть разделить их. Значит, также является собственность супругов это денежные средства, которые были получены вследствие возмещения вреда, либо, ну, как страховка. Если, допустим, брак не расторгнут в законном порядке, но фактически супруги не проживают совместно, и потом это является объектом раздела имущества в судебном порядке, то суд может признать личной собственностью кого-то из супругов, ну, при определенном объеме доказательств того, что деньги не тратились совместные, ну, хотя они в браке находились, вот, а покупались отдельно. Вот. Также, если через суд, например, делить имущество, то доля одного из супругов может быть увеличена на тот размер, допустим, если приобреталась, предположим, да, квартира, либо жилой дом какой-нибудь, вот, то суд может отступить от равенства долей, если супруг либо супруга использовали свои добрачные деньги. Например, там, предположим, приобретали квартиру, да? Вот. Вроде бы как вместе складывались и, ну, на нее и платили за нее деньги. Однако супруга, предположим, ну, заплатила на 1/3 больше. Соответственно, за ней может суд признать 2/3, а за мужем 1/3. Вот. Основание приобретения, ну, совместной собственности супругов это то, что, как я и говорил, оно приобреталось в браке. Также хотелось бы остановиться на
брачном договоре, потому как вот нередки такие вот случаи, mm-hmm. когда спрашивают, а какие вот основания заключения, а что в нем прописывать необходимо, какие последствия. Но брачный договор – это сама по себе уже сделка между супругами, которая говорит о том, что если в дальнейшем произойдет их развод, то порядок пользования и собственности имущества уже определен там. Вот, поэтому… А в Николаеве вообще часто такая практика? В среднем есть такая, да. Угу. Вот. А что вообще вот в этом контракте, что может быть прописано, вот действительно, какие вот пункты? Ну, во-первых, прописывается объем имущества, если, допустим, вот он приобретается сразу после заключения брака, допустим, да? Угу. Либо имущество, которое есть. Тут же получается так, если оно есть, но потом в дальнейшем оно либо возросла его стоимость, либо, ну, разные там нюансы угу. есть, то чтобы, допустим, кто-то из супругов на разницу в стоимости не претендовал, ну и тому подобное, то есть все, угу. что касается собственности. Можем уже перейти к тому вопросу, который я говорил, вот, например, как определить, кто давал, например, на квартиру, когда ситуация была, да-да. Например, 1/3 давала все-таки жена больше. Угу. Как определить, это какие-то чеки нужно предоставлять или там свидетельство? В судебном порядке, согласно статье 60 Семейного кодекса, там четко прописано, что обязанность доказывания ложится на истца. Угу. Ну, либо ответчика, соответственно. То есть, если, допустим, будет речь идти о том, чтобы увеличить чью-то долю в судебном порядке, то, конечно, необходимо предоставить объем доказательств, которые суд исследует. Это могут быть письменные доказательства, показания свидетелей, ну и тому подобное. Угу. Ну, в целом так. Вот. Еще хотелось бы остановиться на размере долей. Ну вот, в принципе, законодатель, допустим, 60-70 статьи Семейного кодекса, он предусмотрел и указал, что доли равные. Но доля равная, это все хорошо, это все понятно, по 1/2. Ну а с другой-то стороны, в 70-й статье прописано, что размер части имущества может быть уменьшен по следующим основаниям. Это если один из супругов, например, умышленно уничтожал это имущество, либо, ну, скажем так, скрывал его, либо не заботился о его целостности. Вот. Если опять-таки это будет установлено в суде и доказано допустимыми доказательствами, угу. которым суд даст оценку, в таком случае да, его доля может быть уменьшена. Вот. Далее хотелось бы сказать еще, что делятся не только имущество, но и долги супругов, угу. которые были, скажем так, получены, там, кредитные средства, либо еще что-то. Вот, во время брака, и эти деньги использовались во благо семьи. То есть суд в порядке 65-й, он может разделить и долги, которые были перед супругом. Ну а дивіться, якщо, наприклад, така ситуація, коли чоловік, наприклад, взяв безвідомо дружини і використав тільки на свої якісь витрати, тоді також може розділитися? Он может, конечно, разделиться 100%, но опять-таки я говорю, это все дела судебные, угу. это все в процессе доказывается, и суд дает уже им объективную оценку. То слідкуйте за своїми чоловіками і дружинами, де вони там в банках беруть кредити. А які ще можливі ситуації, можливо, також цікаві моменти в цій справі? Ну, можна, в принципі, остановитися вот еще на чем, що було б интересно зрителю. А когда заключен брак, то все понятно, семейный кодекс работает, 60-я статья, все по 1/2 делится, вроде бы как все нормально. Угу. А как же быть с теми людьми, которые не проживали без заключения брака? Тут законодатель предусмотрел 74-ю статью Семейного кодекса. Угу. Там указано, что если проживали длительное время одной, скажем так, семьей, ну, как супруги, да, вели общее угу. хозяйство и тому подобное, то имущество, которое они нажили в течение всего этого времени, будет являться их совместным и подлежит делению. Но в таком случае это бы, скажем так, неправильно бы трактовалось на основе самого брака. Ну зачем тогда заключать брак, правильно, в принципе, если что так оно будет делиться поровну. Вот. Но здесь, в такой ситуации, допустим, если люди проживали более 5 лет совместно, нажили какое-то имущество, естественно, необходимо в судебном порядке обращаться с иском в суд, угу. устанавливать факт совместного проживания одной семьей, лишь после этого уже признавать имущество совместным, и после этого уже признавать на него на часть имущества право собственности. А вот здесь и начинается, что доказывать абсолютно надо все.
начиная с первого дня их жизни, документальное обязательное подтверждение прописки, коммунальные услуги, проживание и тому подобное, свидетельские показания, объем имущества, которое имеется на момент фактического прекращения брачных отношений, ну, не брачных, а вот совместного проживания. Угу. То есть, в принципе, может быть... За его клопота. Да. Вот. Можно еще остановиться вот на чем. В 2011 году в Семейный кодекс была внесена поправка в статью 61, пятая часть, там указано тоже вот интересно. Если, допустим, в период брака один из супругов получил земельный участок в собственность путем его приватизации, бесплатной приватизации, как она называется еще, вот, то тогда она не является объектом деления, она не может быть признана совместной собственностью супругов. И тогда согласие второго супруга на ее продажу, предположим, не нужно. С таким лично я сталкивался в судебных процессах. И вот мы доказывали, что вот согласно этой статье, вот, действительно, это являлось имуществом супруга, но не супруги. Ну и он продал его правомерно. Отож, ми повернулися знову ж таки до вас, друзі. Я нагадую, що в нас у гостях Євгеній Бушинський, юрист, адвокат. Говоримо сьогодні про розподіл майна, якщо подружжя розводиться. Є ще деякі аспекти, як я розумію, так, залишилися все ж таки? Ну так, це будуть приміри, в основному, щоб зритель зрозумів, о чому я говорю, в самій своїй масі. Тобто, от, предположим, наприклад, супруги построїли дом. Купили имущество определенное, вот, ну и развелись, и вот есть иск в суде, в котором, значит, супруга просит признать за ней право собственности, признать имущество общим, общим семейным, признать право собственности. Здесь, в принципе, проблем особых нет, если дом введен в эксплуатацию и все в порядке с документами находится в собственности, то проблем особых здесь не будет. Суд признает право собственности по одной и второй части. Вот, ну, і в принципі все. А як буде, наприклад, з такою ситуацією, коли, наприклад, не було офіційно заключено ні договору, ні не було, скажімо так, весілля, щоб був офіційний документ того, що вони подружжя. І, наприклад, один із подружжя помирає. Як буде в такій ситуації? Ну, це вже більш складніша ситуація, але, опять-таки, не безвихідна. Значить, здесь получается так, що если супруги проживали одной семьей без регистрации брака, вот, и один из супругов умер, предположим, да, то здесь работают нормы наследственного права. Вот, но в момент супруг, если нет регистрации брака, он не будет являться наследником первой очереди по закону. Если он обратится в нотариальная контора, естественно, даст ему отказ для того, чтобы установить факт совместного проживания. Но и в таком случае он становится наследником четвертой очереди по закону, но не первой, и получит наследство в том случае, если нет предыдущих очередей, только в таком. А предыдущие кто это? Это могут быть дети умершего, братья, сестры, бабки, детки, в общем. Тобто все, много, скажем так, рідні, так, а потом уже... Да, но это опять-таки, я все рассказываю вкратце, и каждая ситуация индивидуальна, все охватить невозможно, то есть... Если предметно разговаривать, это надо знать обстоятельства. А які взагалі за практику були, можливо, цікаві, каверзні ситуації? Ну, в принципі, розділ імущества, ну, опять-таки, оно говорится, вроде как просто розділ імущества, но как и готовиться, так и вести дело необходимо, хорошо подготовившись, имея на руках доказательства как самого имущества, так и, наличие совместных средств, откуда они взялись, источник доходов, ну и тому подобное. Хотя законодатель-то предусматривает как? Все делится в равных частях, даже если один из супругов работал, был добытчиком в семье, а второй супруг находился дома там по хозяйству, с детей воспитывал и тому подобное. Здесь равенство, здесь отступлений в принципе нет. Вот, поэтому в таком плане. Ну а чтобы такое более серьезное и более интересное, ну, опять-таки, в принципе, все пока в процессе. Тобто, скажімо так, кожну ситуацію необхідно розглядати Конечно. А чи бувають такі випадки, коли, наприклад, законом деяка ситуація не прописана? Як буде тоді? Ну, в принципі, все охвачено законом, але є відступлення. Ну, от, наприклад, я говорив, що по 61-й, 5-й, часті 5-й статті, що якщо, допустим, путем приватизації
супруг, предположим, да, получил себе земельный участок, да, вот, а потом построил на нем дом. В таком случае что получается? Получается то, что земельный участок является его собственностью, ну а дом-то является общей собственностью, правильно? И здесь было постановление Пленума Верховного Суда и 377 Гражданского кодекса, по-моему, если не ошибаюсь, вот, то там указано, что ко второму супругу перейдет право собственности на половину этого построенного дома, либо дачного дома, без разницы, но и в рамках землі, яка необхідна його для його обслуговування. Тобто, в такому випадку, скажімо так, земельний участок, він все ж таки ділиться? Да, він буде, виходить, ділитися, да. І ще плюс, допустим, предположим, якщо є имущество, яке є не зарегістрировано в БТИ, але воно, опять-таки, буде являтися об'єктом наслідування, правильно? Суд не може признати право собственності на одну-вторую часть того имущества, яке не зарегістрировано. Ну вот, нет такого в практике. Но в такой ситуации необходимо менять исковые требования и признавать не право, как право собственности на стройматериалы и тому подобное путем проведения судебно-технической экспертизы. Но опять-таки это все надо предметно рассказывать, это я в общем все говорю. Так, дійсно. Ну, я думаю, найголовніше – це те, щоб, друзі, живіть мирно. Якщо вже одружилися, то намагайтеся знаходити компроміси, щоб не розводитися, не розлучатися та не ділити своє майно. Але з цією темою, якщо вже виникли деякі проблеми, можете спокійно звертатися до Євгенія Бушинського, юриста, адвоката. Скажімо так, по секрету, скажімо, його улюблена тема, так, в плані, в спектрі усіх тем, які охоплює, скажімо так, юрист, як спеціаліст. Дякуємо вам за те, що завітали сьогодні до нас зранку, проконсультували нас, задовольнили усі мої запитання, розповіли нашим телеглядачам, що робити, хоча б і коротко.